Семинар-тренинг «Учимся управлять финансами сами» – одно из направлений проекта «Учиться, чтобы действовать». Его финансирует Евросоюз, а софинансирует немецкий институт международного сотрудничества. В рамках инициативы представители Центра успешного человека проводят мероприятия разнопланового характера, в их числе образовательные. Последние направлены на освоение возможностей мобильного интернет-банкинга. Мы по своей деятельности, по жизни видим, что все больше в жизнь человека входит финансовые расчеты именно удаленные, финансовые расчеты безналичные. И чтобы человек с инвалидностью по зрению чувствовал себя уверенно, чтобы не отставал, а в каких-то вопросах стремился и опередить своих коллег, друзей, написали этот проект. В числе активных участников подобных встреч представители банков. Это дает возможность получать актуальную информацию из первых уст, а также наладить обратную связь. Банки стараются создать максимально комфортные условия для своих клиентов. Для этого им важно знать, что и где необходимо исправить или улучшить. По опыту вообще работы в банке, наши коллеги со всех региональных дирекций, также центрального аппарата город Минск, постоянно принимают участие в подобных мероприятиях. Уже как час общаемся с участниками, вижу, интересно, они задают вопросы, очень много для себя открывают интересного. Что касается пользования банковскими услугами, у них есть опыт, они с удовольствием делятся, задают вопросы, какие-то свои опасения, высказывают свое мнение. Для нас эта обратная связь очень важна, это позволяет нам адаптироваться под людей с какими-то ограниченными возможностями, и в первую очередь слышать и понимать их потребности. На протяжении всех трех дней тренинга лекции будут сочетаться с практическими занятиями. Их проведение – задача тренеров, которые сами уже успешно освоили и освоились рядом с современными технологиями. В Центр успешного человека я пришел в 2017 году, когда переехал в Минск и трудоустроился здесь, и участвую в разных проектах нашей организации. В том числе в этом году мы проводим такой проект, он длится у нас несколько месяцев буквально, такой сжатый очень по срокам, но насыщенный. То есть я езжу в командировки, я 2 месяца на колесах по всей республике обучаю людей, встречаюсь с незрячими людьми, которые меня знают, которых я первый раз вижу, знакомимся, общаемся. Многие меня знают заочно, многих я знаю заочно, потому что мы общаемся в различных социальных сетях, рассылках и так далее. Встречаемся здесь и учимся вместе в рамках проекта. Брест стал первым из областных центров, где был проведен семинар-тренинг. До города над Бугом такие мероприятия уже прошли в столице. После состоятся в центрах всех остальных областей страны. Анастасия Стропко, Павел Малашонок, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.